прошлом году по инициативе губернатора впервые в Камчатском крае были проведены открытые лекции для всех абсолютно желающих, для студентов вообще всех вузов, средних профессиональных образовательных организаций, любых форм обучения, даже вообще в принципе всех желающих. И по итогам прошлого года мы поняли, что такая форма общения, такая форма информирования, она очень востребованная. Мы получили очень много хороших отзывов не только из студенческой среды, но и просто вот от простых жителей, которые вот с удовольствием посещали эти лекции. И поэтому в этом году губернатор принял решение возобновить эту, ну, уже тогда получается традицию. И с 11 ноября мы запускаем второй курс открытых лекций. Он будет проходить также по-прежнему на базе КамГУ имени Витуса Беринга. Лекции прочитает губернатор Камчатского края. Он расскажет студентам о основных глобальных трендах социально-экономического развития под призмой именно развития региона. Лекцию прочитает председатель правительства Камчатского края и расскажет ребятам о том, что такое модель клиентоцентричного государства и как это реализуется в Камчатском крае. Лекции будут читать заместители председателя правительства Камчатского края и будут рассказывать об экономике, о развитии социальной сферы и, конечно, ключевые министры. Также мы пригласили в этом году и депутатский корпус